Вот Алексей Александрович приезжает на наш пруд. Видите, там среди деревьев шел. На него ветка какая попала. Он как в день Троицы пашет. Красиво так. Вот сейчас показываю окрестность какая. Вот тут мы камыш косили. Вот он все. На этого вчера что делали? Делали половину. С той стороны видно. Вот глина поднята. Это вот с этой стороны надо точно так же сделать. Ну а дальше там на солнце не видать. Вот это как туда. Вот он наметился уже. Опускает нож. Пошла работа.